Простите. Ой, извините, я ошибся. Спасибо. Проходим, проходим, не задерживаемся. Спасибо. Проходим, проходим. Готовим без сдачи. Я думаю, товарищи, что нам надо перейти от слов к делу. Я покажу сейчас на карте всю диспозицию. Я думаю, нам надо приостановить наступление на этом участке фронта. Потому что завтра в районе Петрозаводска столбик термометра опустится до минус 25-30 градусов. Переменные осадки. Быстрому развертыванию обороны в районе Ярославля способствует сильный антициклон, который приходит с востока. Минус 10, минус 15 градусов временами осадки. В тылу, а именно в Уральском регионе, столбик термометра опустится до минус 40 градусов. А пережить морозы нам поможет всегда настоящий донской ароматный табак. Донской табак, мороз крепок. Да не так. Ну, как-то так. Хозяин, почти все построили, рассчитаться бы. Сейчас рассчитаемся. Так, значит, я тебе должен 15 штук. Правильно? Подержи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы же договорились на 20. А когда все достроите, тогда отдам остальные. Ну что встал, иди работай. Ну что сидим, работаем! А можно глаза еще повыразительнее? Да, конечно. Ну, чтобы они злее были, ну, так жестче. Угу, жестче. Угу, угу. Я все-таки злодей. Угу. О, да. Так, да? Да. Дорогов, на сцену! Опять дольше всех гримируешься. Да иду я уже, иду! Но не пуха. К черту. Так. Нет, я слушаю очень внимательно. Извините. Ты все сказал? А теперь слушай меня, урод. Ты мне все отдашь, понял? Ты мне квартиру свою отдашь. Ты мне собаку свою отдашь, ты мне трусы свои отдашь. Ты коврик для мышки мне отдашь, понял? Звонок с двери скрутишь и отдашь мне. Урод. Вот так. Все. Жду. Здравствуйте. Отдел кредитования. Слушаю вас. Да-да. Здравствуйте. А здесь находится школа Кривые Жоры. Что? Да вы уже задолбали ходить здесь. Пошел вон отсюда. Да я же ведь... Значит, мне не интересно, что и как вы продаете. Я сказала, пошел вон. Дверь закрой с той стороны. Нет. Иди отсюда, я сказала. Дверь Иди. Закрой. А вступительный экзамен ты не сдал.
Ну что ж, продолжайте, потерпевшая. И тогда он обнял меня за талию и начал стягивать с меня юбку. Я почувствовала прохладу, а потом, знаете, мурашки побежали у меня сначала по бедрам, потом по спине, потом по всему телу. Ну, в общем, я вздрогнула, немножко отстранилась, а он все прижимал меня и продолжал стягивать с меня юбку, потом колготки, потом блузку. И я чувствовала себя все беззащитнее и беззащитнее. Стоп. Перекур. Давай! На меня! Стоп! Давай туда, туда! Стоп! На меня! На меня! На меня! Сюда, 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 сюда! Стоп! Давай сюда, 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 давай! Давай! Смело, смело, давай, давай! Стоп! Ага! Пока! Пока! Здрасте. Извините, а ничего, что я тут почти голый? Ой, извините, пожалуйста, извините, честно, извините, как-то неудобно получилось. Ой, извините, пожалуйста, извините. Хорошо, сейчас я быстренько помою. Давайте с вами поменяемся. Я тут быстро эту коморочку помою. Здесь и почти чисто. Люди добрые, помогите, кто чем может. Дома сломался телевизор, и целую неделю я не смотрела свой любимый сериал. Помогите, кто чем может. Вчера Хосе Антонио признался в любви Маргарите, и они поцеловались. Спасибо вам большое. Дай бог здоровья вам, дай бог здоровья. Целую неделю не смотрела свой любимый сериал, сломался телевизор. Помогите, кто че, помогите, помогите. А еще Изабелла начала искать завещание своего отца Рахелио, чтобы опередить своего брата Рауля. Спасибо вам большое, дай бог вам здоровья, вам, детям вашим, мужу вашему, дай бог здоровья. А еще Дэвис, долбатки тут, под зад. Слышь ты, наркоман, иди отсюда, у женщины горе. Слушай, говорят, Мария забеременела. От кого? Я не знаю. Печенье хочешь? Не хочу я печенье. Ой! Люди добрые, помогите, кто чем может! Дорогая моя, любимая, я пригласил тебе ведь прекрасный ресторан, чтобы подарить вот это кольцо. И спросить. Ты видишь сам меня, Самыч? Да. Это самый счастливый день в моей жизни. Посиди, покушай. Я сейчас. Подожди. Дорогая любимая, я пригласил тебя в этот прекрасный ресторан, чтобы подарить вот это кольцо и спросить, ты выйдешь за меня замуж? Это самый прекрасный момент в моей жизни. Посиди, покушай. Подожди, я сечу. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь, поможем. Спасибо. Всего доброго. Помогите! Мне, пожалуйста. Что такое? Да вот сын уехал к тёще в деревню, а что-то сделал с телевизором, и по нему только одна эротика показывает. А футбола нет. Ну, сейчас попробуем. О! Спасибо, добрый человек.
Горожане и горожанки, слушайте указ короля. Приговорить к смертной казни через отрубание головы дочь лавочника, блудницу Софию. За то, что она совратила всех мужчин нашего города, завлекла их в свои бесстыжие сети, невзирая на сан и должность. Эта девица своим блудом осквернила семьи уважаемых горожан. Я не буду ее казнить.